Глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов поздравил ветеранов и работников металлургической промышленности с профессиональным праздником. Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, является основой для стабильной работы и развития экономического потенциала всей нашей страны. Несомненно, свой вклад в развитие отрасли вносят и металлурги Карачаево-Черкесии. А именно Урупский горно-обогатительный комбинат в Медногорском, долгие годы успешно занимающийся добычей и обогащением медно-колчеданной руды Урупского месторождения. Искренние слова благодарности работникам и тем, кто связал свою жизнь с металлургической отраслью, за преданность своему делу, ответственность и профессионализм.